Там же, в Ярославле, президент встретился с местными общественниками. Владимир Путин старается проводить такие разговоры в каждом регионе, где бывает с поездками. Узнавать о проблемах на месте и тут же получать варианты решений. Это важно не только для федеральной власти. Вместе с главой государства на этой встрече был исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Его команде есть что записать в актив, судя по отзывам, которые прозвучали на встрече. Дмитрий Юрьевич и его складывающаяся команда с участием жителей области подготовила и проект программы развития на достаточно длительную перспективу. Это чрезвычайно важная вещь, потому что, как мы хорошо знаем, выигрывает тот, как американцы говорят, кто имеет план. Вот если такой план у вас образуется, то это очень здорово. Для нас ближайший город всегда для Рыбинска была Москва. Вот. Ну, куда ехать со своими проблемами? Да в Москву. Вот. И вот, как бы, я хочу сказать, что как раз с приходом-то вот новой команды, я могу сказать, что такая, не побоюсь этого слова, движуха началась очень интересная. Значит, они взяли там на себя функции лоббистов, они вот так продвигают наши интересы. Разговор проходил на теплоходе во время прогулки по Волге. Ярославская область популярна у туристов и известна традициями, за сохранением которых следит местная власть. Вот как раз пример, когда вопрос был решен сразу на месте. На Ярославской земле создать, открыть Российскую академию народно-художественных промыслов и ремесел. Вот, чтобы это выпускало на дипломированных специалистов, раз. Во-вторых, чтобы она функционировала не только как высшее учебное заведение, но и как бизнес-инкубатор. Сергей, вы затронули очень чувствительную тему для, для страны, для народа. Я без всякого лишнего пафоса об этом говорю, потому что это в этом тоже наш код культурный в этих промыслах. Вы абсолютно правы. Значит, теперь о практической стороне дела. Несколько лет назад я там поддержал один из проектов по созданию, по объединению ряда учреждений, по созданию на их базе, по сути, высшего учебного заведения в Петербурге. И отдали им одно из исторических красивейших зданий в центре города. В этой связи нужно, видимо, не создавать что-то новое, а можно... Может быть, филиал тогда сделать? Да, да, да. Это, вот, такая история, на самом деле, историческая. Я полностью с вами согласен. И в этом, безусловно, есть смысл. Давайте мы посмотрим о формах реализации того, что вы сказали. То, что вы сказали, правильно, это нужно сделать.